ну, несколько больше, чем половину периода, уже успели трансформировать. Начиналось все, как Дэррол Пау, Даниэль Карсилла и Джеймс Ван Римсдайк. Пау 36-й, Карсилла 13-й, Ван Римсдайк 21-й, но так было только в первой смене. После этого два следующих раза, ух ты, штанга, два следующих раза, когда появлялись на льду эти хоккеисты, какой момент! И этот момент заканчивается голом. Вот это да, Зуккарелло. Мэтт Зуккарелло Асен, один из лучших во всей национальной хоккейной лиге по количеству победных шайб в буллитных сериях. Исполняет он их просто на ура. Вообще очень полезен. Нет, все-таки показывает-то не его, а этот выдающийся польский хоккеист. Войтек Вольски. Сочетание таланта и лени. Так, так. Вот этот бросок, когда шайба попадает в остов ворот. Выскакивает на пятачок. И вот где... А-а-а, да, действительно. Между щитков и Буше. Войтек Вольски забрасывает первую шайбу. Я вот не помню сейчас наизусть.